still be my friend. Мы бы хотели сделать полный обзор Аарона Фавора. Мы приурочили бы это к 20-й годовщине выхода книги. Я читал его книгу 12 раз. Господи боже, ой, извините. Если бы вы только могли дать мне 5 минут поговорить с ним. Мы могли бы создать духовную базу для всего поколения. Это книга. Аарон Фавор не будет говорить с вами ни в этом году, ни в каком-либо другом. Он не дает интервью. Он отказал Далай-Ламе. Почему вы думаете, человек так будет себя вести? Потому что Аарон Фавор вступил в разговор с самим создателем. Так вы думаете, не изменился ли он после этого? Он больше не, уже не такой, как мы. Его же не волнуют наши мирские заботы. Его коснулось божество, и он отдал нам все, что мог, свою книгу «Я и Бог». Если вам этого недостаточно, Бог вам в помощь. Автор сценария и режиссер Джон Хайдман. Блять, твою мать, сука! Блять, сука, ёб твою мать. Блять, блять. О, замечательно. Я не хотел это оставить здесь, на ступенях. Может быть, это очень важно. Вдруг кто сопрет? У мистера Фавора очень много писем. Он распишется? Нет, его сегодня нет. На самом деле, когда я взялся за эту работу, я надеялся, может быть, я с ним встречусь. Смело. Ну да, да. Вы можете подписаться за него? Господи, у меня руки трясутся. Извините. Принц Брафтон. That's me. Принц Брафтон? Да, это я. Держите. Можно я задам вам вопрос? Каков мистер Фавор? Он бы вам не понравился.